Ребят, и как вы поняли по видео, вы понимаете, о ком сейчас будет говориться речь. Наш Маримчик, и мне его сейчас не зовут Марим, просто мне так его привычнее называть, потому что сейчас у него другой ник. Короче, помните, что у нас с ним был сильный скандал из-за того, что я тип ворую. И вот наш Маримчик решил заново это повторить. А чё бы и нет, как. И то, что он мне понаписал, вы сейчас видите на экране. Это все началось из-за того, что он вот просто написал, почему я не пишу правильные слова на русский. Я вам это уже давно объяснял. Эта тема не раз затрагивалась, вы уже давно это знаете. Я учу русский, потому что я украинец, я не могу на нем нормально разговаривать, потому что я его не учу. И наш Маринчик, короче, вот что я сказал, я учу русский, все. Он начал говорить, что вы видите все на экране, потому что словами это не докажешь. Я ему просто ответил, да, я учу русский, я не могу на нем правильно разговаривать. Как начался скандал, короче. Наш Маримчик, как обычно, опять влазит не в то дело, как обычно. И короче, мне уже нечего говорить из-за моей злости. И 100% он опять будет кидать жалобы, чтобы мой канал просто заблокался. А мне я не хочу этого, просто не хочу. Вот почему он, почему я делаю это видео, потому что он уже задолбался за своими претензиями до моего канала. Это мой канал, я могу решать. Вот тебе ответочка. Раз хотел узнать, почему я неправильно говорю на русском. Если ты не понимаешь по комментариям и по ответам, я просто его учу. Я тебе это не раз говорил. И почему ты продолжаешь затрагивать эту тему? Я не понимаю, я тебе сказал. Потом ты дальше начал, Саня, почему ты не плохо разговариваешь на русский? Диана еще в 4 классе знала русский. Мне пофиг как бы, я учу всю жизнь украинский, я не виноват. Я не хочу затрагивать политику. Ну, доведется ее затронуть. Ну, я не русский, я не в школе не проходил русский, чтобы его знать. Я разговариваю на русском, но так я же его не учил, никакие правила я не учил, ничего я не учил. Я даже не знаю месяца по-русски не знаю, как она называется. Только деньги, я как январь, короче, так далее. Деньги знаю, а какие-то и нет. И из-за этого, да, у меня куча хейта, что типа малолетка, что-то неправильно пишешь, все дела. И он к этому привязался. Я еще раз напоминаю, я ему сказал, что я его учу. И он продолжает. 100% много таких конфликтов будет. Насчет Даиса. Думали, что все хорошо, да? Ну, все время она, оказывается, разговаривала за моей спиной с этим Маринчиком, что я плохой, я ненормальный. Хоть это не так, как бы. Я просто русский, не знаю, почему я ненормальный. И короче, я не хочу иметь больше с ним никакого дела. Вот у вас есть друзья, да? И представьте, вот у вас есть друг, и у вашего друга есть его друг, которого вы ненавидите, и он вас ненавидит. И они шепчутся друг другу за вашей спиной. А вы об этом не знаете. Круто вообще, да? Я тоже считаю, что это ненормально. Ну почему я... Ну, вдруг я что-то не понимаю, вдруг он врет и меня спровоцирует. Ну, если Диана не ответит, я просто перестану ей отвечать, я вообще перестану с ней общаться, и больше вообще с ней коллабов никаких не будет. А клип, конечно же, буду делать сам я.
Ну, если она ответит нормально и скажет всю правду, то может все вернуться. Но насчет Марима, он меня задолбал. Сколько была война с типа «я ворую», хоть я вообще не воровал. Это не видео, а Диаса, еще раз напоминаю, но я не хочу затрагивать прошлую тему. Я не вор, и я не виноват, что я не знаю полностью русский. Я украинец, я украинец, я не полностью понимаю русский. Я вообще его полностью как бы не понимаю, я только могу максимум на нем говорить и немножечко писать на нем. Но это получается неправильно, как вы видите, постоянно. Значит, если он посмотрит это видео и извинится нормально, не поймет, что он наделал, то я его прощу. Насчет Диаса я не знаю. Я не понимаю. Вдруг Мари меня просто провоцирует. Ну, если то я просто не буду иметь с ней никакого дела. Потому что она меня задолбала. Потому что говорит постоянно такая невинная, что она ничего не приносит, ни к чему не связывается. А сама... мне нечего говорить. Ну, может, это неправда, но я не знаю. Ну, если это правда, я не буду иметь с ней никакого дела. Мне надоело, все. Я и больше с ней разговаривать не буду. На нее, что она будет писать, я не буду отвечать. И не буду иметь дело к ее аудитории. Я полностью выкрашу свои и ее персонажа со своих анимаций. Полностью удалю ее вид. И еще я удалю ее как персонажа всех моих сериалов. И все, больше с ней иметь никакого дела не будет, никакого с ней коллабов больше с ней не будет, ничего с ней не будет. Про нее просто забудем. А если Миринда будет дальше так выкобеливаться, то с ним тоже будет все порвано. А если он будет дальше кидать жалобы, вы знаете, куда вам идти, если этот канал заблокируют. Хотя я думаю, он туда тоже будет кидать жалобы, чтобы это заблокировало. Поэтому я не буду говорить свою слабость, а то он 100% ее использует. Ладно, ребят, получился такой ролик. Я не хотел это делать, этот ролик. Я писал Марину, чтобы он меня простил. Я хотел извиниться. Сказал, что забудем это. Вот здесь. Если у вас есть такие друзья, и вы тоже такого подверглись первый раз, то лучше не дружить больше, чтобы второй раз такого не повторилось. Ну, а с вами был Коджами 6P6, и всем пока-пока.